красивый такой. Прикинь, симпарику давали, говорит. Что-что? Давали симпарику и все равно клеща поймали. Давали симпарику и все равно? Да. Так это клещ укусил? Да. И что теперь делать? Ну, капают теперь. А, капают капельницы. Пытался кто-то что-то скушать на ногу. Пытался что-то скушать. Даже не ходит, да, особо? Чего? Уколы и капельницы. После симпарики все равно клещ зашел. Ребят, ну вы поняли, той собаке, которую мы видели, ей давали систематически симпарику. Вообще постоянно давали симпарику, знаете, да, клещи, все эти вещи. И все равно поймала клеща, собака не ходячая, сейчас капает. Ну вы видели сами то все, да. И капают, и делают уколы, и все равно ничего не помогает. Напишите свое мнение, у вас такое было, и какую может быть лучше, чем симпарика что-то есть. Напишите свое мнение в комментариях. И еще касаемо айхерба, как покупать на айхербе с максимальной скидкой. Ребята, в описании я оставляю ссылку, там и для собак, и для кошек, и витамины, и корма, все есть, все вот там вот расписано. Зайдите в описание, почитайте про айхерб, как покупать с любой точки, хоть в Казахстан, хоть в Украину. Бесплатная доставка и товары с максимальной скидкой. Все в описании. Заходим, смотрим, читаем, ставим лайк и подписываемся на наш телеграм-канал.